Военная выправка и четкий строевой шаг. И даже у девочек за полтора месяца учебы в казачьем классе ребят не узнать. 200. Стой! Направо! Караул, круг, гоп! Это третий по счету казачий класс. Всего в нем 22 ученика. Поздравить ребят с праздником пришел глава города Андрей Бандурко. В школьном образовании наряду с профессиональными профилями необходимо развивать культурно-нравственные направления. Кадетский класс вашей школы является ярким примером этого. Ребята, ваши педагоги вас познакомят с традициями и богатой культурой казачества. Уверен, что вы обязательно вырастете успешными, честными, добросовестными молодыми людьми. В торжественной обстановке четко и гордо пятиклассники произнесли слова клятвы. Сразу после Андрей Бандурко вручил юным казакам значки и надел кубанки. Теперь ребята настоящие казаки, а значит, ответственные и дисциплинированные. Мы будем подавать пример другим. Мы должны на две головы или даже можно на три выше других и подавать всем пример. Нас будут обучать к стрельбе, к дисциплине, чтобы мы были воспитаны. И вообще это интересно. Чем? Это необычно, все носят фуражки, там, погон. И форма необычно отличается. Отличается и обучение. Уже с 1 сентября, помимо основных предметов, ребята занимаются фланкировкой, строевой подготовкой, постигают историю и культуру казачества. Елена Канина, Денис Гимп, новости Губкинского.